Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 4 августа, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Марию. Это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как «госпожа». Небесной покровительницей ее является равноапостольная Мария Магдалина, мироносица. Жила праведница эта в одно время с Иисусом Христом. Будучи еще юной, дева страдала тяжким недугом, беснованием. Перед пришествием Христа Спасителя одержимых было особенно много. Но однажды Марии явилась слава Божия. Дева обрела великую добродетель, всецелое упование на волю Божию и ничем не поколебимую преданность Господу Иисусу Христу. Святая следовала за Христом вместе с другими женами, исцеленными Господом, и проявляла трогательную заботу о Нем. Когда Иисуса схватили иудеи, страх, побудивший многих к отречению, в душе у Марии был побежден любовью. Она стояла у креста вместе с Пресвятой Богородицей, переживая страдания возлюбленного учителя. Мария сопровождала тело Господа при перенесении Его ко гробу и при Его погребении, умастив его при этом миром и ароматами. Мария Магдалина стала первой, кто удостоился увидеть воскресшего Христа. Тут же она отправилась с вестью к ученикам и, идя по городу, с ликованием возглашала: «Христос воскрес!» Это благовестие и стало началом ее апостольского служения. Вскоре Мария отправилась в Эфес. Там она помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в его проповеди до конца своих дней. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Корнилия, Михаила и Алексея. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!